Поздравлю себя, я приехал в Луангпрабанг. Это еще пригород. Сейчас поеду в сам город. Я прям выгляжу как этот. Как дорога, собственно говоря. Как дорога, так и выгляжу. Весь в глине, грязный. Но счастливый, потому что добрался. Lucky Hostel. Моя карета подана. А меня ждут новые приключения. Проезжал мимо ремонтной мастерской и поменял себе масло, залил. Оказывается, у меня все масло кончилось. Вот. И, ну, и звездочку цепь еще смазал. Проезжал мимо, наткнулся на интересное место такое. Такие вот тут лавочки. Она не одна здесь лавочка. Такие вот здесь интересные. Настолько большие горы, что можно просто на катом скота скатываться вот так. С выключенным мотором. Встречать закат. Это, конечно, не рекомендуется, потому что убиваются колодки тормозные. Но какой-то промежуток, участок дороги, я думаю, можно. Я думаю, все можно в этой жизни, только осторожно. Путешественника сегодня на ужин яйца и рис. Так, все, подготовился, мотор заведен, в путь. Так, решил привал сделать. Не как обычно. На завтрак яички.